Анекдотов. Мамаша кричит: «О боже, Вовочка проглотил 20 копеек! Надо срочно вызывать врача!» «Нет смысла. Врач вытащит Вовочке 20 копеек, 20 копеек и возьмет за это 2 рубля». «Папа, закрой глазки». «А? Зачем?» А мама говорит, что когда папа закроет глазки, у нас все будет хорошо, мы будем богатыми и счастливыми. В детском садике 3 детишек рассказывают о своей жизни. Машенька. «Мой папа бизнесмен. Он торгует булочками. У меня этих булочек завались». «А мой папа тоже бизнесмен, он еще круче твоего, торгует шоколадом. У меня этого шоколада завались». Вовочка. «А у меня мама бизнесменша. Она торгует булочками, у меня этих булочек завались. Шоколадом, у меня этих шоколадов завались. У меня этих булочек, у меня этого шоколада». С вами был Вовочка, Витенька Вовочка, взрослый, и Машенька, или Анечка. Пока-пока, с вами был канал Пиздонка ТВ, простите за помарки и любые шумы.